Привет, Типоц! Недавно мы выпустили видео, как делать свои анимированные стикеры в Телеграме. Кто его не видел, как вы вообще можете смотреть это видео? Сейчас же открывайте описание и заходите на то видео, или я приду к вам домой и... В том видео я рассказал, как подготовить рабочую среду для того, чтобы начать анимировать стикеры. И у вас появилось очень много вопросов. В конце этого видео я на них отвечу. Или нет. Но сегодня я расскажу подробно, как делать свою анимацию в АЕ. И это будет рассказывать Илья. Если ты аниматор и умеешь делать хорошую анимацию, то тогда переходи на прошлое видео. А если ты новичок, чайник, как все мы в этом мире, то тогда тебе нужно остаться именно здесь. Вот стоит вопрос. А как же сделать анимированный стикер Telegram из гифки? Но это не так просто. Сейчас попробуем это сделать. Заходите на сайт, ну, на любой сайт, который найдете, где вы найдете гифки, допустим, это gifi.com. Находим вот такого Игорька и качаем его. Сохранить картинку как. И называем его Игорь. Далее нам необходимо открыть его в программе Photoshop. Открыть с помощью. Люди тут как бы фотографии редактируют, а чем вы занимаетесь? Итак, мы получили, у нас тут есть 10 слоев. Нам теперь нужно удалить вот этот белый фон. Для этого мы выбираем первый слой, нажимаем, ну, должна быть выбран инструмент быстрое выделение, нажимаем выделить предмет. Конечно, мы это не будем делать вручную. И видим, тут есть некоторые артефакты, но не до конца выделилось. Просто в области плюсика наводим и зачищаем. Если у нас захватился лишний белый фон, зажимаем Alt, появился минус, удаляем белый фон, смотрим, отличненько. Правой кнопкой скопировать на новый слой. Отключаем, видим, Игорек преобразился. Так же самое делаем по остальным слоям. Погнали. Так, у нас получилось 10 слоев с удаленным фоном. Теперь нам необходимо, соответственно, удалить все лишнее. Выделяем ненужные слои. Не так мы их выделяем. Вот так мы их выделяем. Можно зажать клавишу Ctrl и выделить все необходимые. До свидания. А теперь нужно сохранить каждый слой отдельно, как картинку. Файл. Экспортировать. Быстрый экспорт PNG. Создаем папку. Игорек 1. И далее поступаем также с остальными слоями. Все. Походу у нас получилось. Теперь вот наш Игорек. Нам необходимо запустить программу Illustrator. Создаем файл 512x512 пикселей, create. И теперь нам необходимо на каждый слой закинуть по картинке. Причем делаем мы это в обратном порядке. Зажимаем Shift и растягиваем нашего Игорька. Отлично. Создаем новый слой и перекидываем на него следующую картинку. А чтобы нам не мешал предыдущий слой, выключаем его. Итак, мы закинули все слои. Теперь нам нужно Игорька сделать векторным. Выделяем картинку, нажимаем Image Trace и видим, что он немножко угловатый. Можно выбрать другой тип.
Но если мы выберем High Fidelity фото, оно может сильно много весить. Чтобы картинка как можно меньше весила, надо подобрать... Но не такой. И не такой. Ну, не будем рисковать. Просто по умолчанию сделаем такого true face, дабы у нас гибко немного весело. А уже если у вас есть время и желание, то вы уже экспериментируете. Потому что я вчера кучу времени потратил, пока сделал в высоком разрешении гибку, и она так и не смогла экспортироваться. Нужно обязательно нажать expand. И давайте проверим, разгруппируем и удалим белый фон, который почему-то образовался. Нажимаем expand, ungroup, выделяем лишнее и удаляем. Также поступайте с остальными слоями. Ну вот и все. Теперь снова включаем все слои. Тут так много игорьков стало. И теперь сохраняем на всякий случай наш документ. Сохранили. Далее необходимо открыть любимую программу After Effects. Или нет? Итак, открыли After Effects, перекидываем нашу иллюстраторский файл, автоматически создается композиция. Отлично. Проверяем ее настройки, Composition Settings. И так как у нас черненький, давайте сделаем белую композицию, чтобы было видно. Размер у нас 512 на 512, все правильно. Давайте сделаем мегаплавную анимацию 60 кадров в секунду. И пускай каждый, так как у нас 10 рисунков, каждый из рисунков пускай длится один кадр. Соответственно, поставим длину всей композиции 10 кадров. Запустили нашу композицию. Пускай анимация длится полсекунды. Нам необходимо поставить, если у нас 60 кадров в секунду, ставим анимацию на полсекунды, то есть общая длина анимации будет 30 кадров. А так как у нас 10 картинок, и мы хотим, чтобы длилась полсекунды, каждая будет длиться по 3 кадра. Вот, у нас тут слои. Теперь нам необходимо конвертировать AI-файлы в шейпы. Правой кнопкой Create Shapes from Layer. Погнали. На всякий случай сохраним композицию. И теперь удаляем AI-файлы. Они нам больше не нужны. До свидания, так сказать. Delete. Теперь давайте поменяем их местами, так чтобы у нас они шли по очереди. Теперь необходимо, чтобы каждый слой длился 3 кадра. Вот, берем за край и тянем ползунок. Вот раз, два, три кадра. Мы видим тут 3 кадра. А можем и тут написать. Но в чем проблема? Тут будет меняться тогда stretch, и плагин по экспорту будем, Moving Telegram может не пропустить эту анимацию. Поэтому не будем рисковать. Лучше стянем вручную. Сделаем все на 3 кадра. Так, а теперь перетягиваем каждый слой. И мы это сделали. Давайте посмотрим, что вышло. Ой, Игорек затанцевал. Надо поле притоптать. Ать, ать, ать. По-моему, где-то с такой скоростью он и танцует в оригинале. Ну, не, чуть-чуть быстрее. Сильно веселый тип. Ну, захотите сделать более плавную анимацию, можете этим заняться. Теперь необходимо экспортировать Игорька.
Windows, Extension, Body Moving for Telegram. Выбираем, куда мы хотим сохранить. Давайте сюда же. А теперь экспортируем Игорька в Telegram. Создаете стикер-пак или уже готовый, кидаем. У меня для этого есть стикер-пак для тестов. Вот Игорек затанцевал. Тут есть некие артефакты, но когда вы начнете создавать свой стикер из гибки, вы можете сами заняться чисточкой всех белых артефактов. И еще интересный момент, как сделать свой стикер из надписи, как проанимировать надпись. Создаете в Illustrator файл и создаете текст. Вот значок текста. Допустим, ржака. Теперь нам нужно увеличить размер нашего текста, чтобы он был побольше. И выберем какой-то интересный шрифт. Ну или вообще предварительно лучше, конечно, скачать. Вот, к примеру, давайте такой цвет. Ну, цвет давайте выберем. Делаем текст и увеличиваем строк. Вот она. А фил делаем пустым. Закидываем нашу композицию в After Effects. Конвертируем. Удаляем. Вот наш текст. Теперь необходимо его сделать ему анимацию. Делаем простенькую анимацию на основе position и, возможно, rotation. Ставим первый и последний кадр. И давайте сделаем так, чтобы наша надпись путешествовала то вниз, то вверх. Ну, вот, допустим, как-то так. И добавим немножко вращения. Копируем первый кадр на последний. Теперь закидываем нашу анимацию в стикер-пак. Не скажу, что это хорошая анимация, но, по крайней мере, вы теперь знаете, как сделать анимацию надписи. Есть несколько способов сделать анимированный стикер. Ну, странно, если бы это был всего лишь один способ. Первый способ – это сделать стикер из картинки. Создаем файл 512 на 512 пикселей в Illustrator и ищем любую понравившуюся вам картинку. Ну, допустим, вот этот красавчик. Итак, растягиваем картинку до необходимого размера. И теперь нам необходимо растянуть, что мы успешно сделали. Далее картинку необходимо отвекторить. Для этого мы выбираем инструмент Image Trace и выбираем, как мы хотим отвекторить нашу картинку. Ну вот, допустим, выбираем такой тип. Любой, который вам подойдет. Можете просто по дефолту выбрать. Далее мы разгруппируем
наш файл, чтобы мы могли отредактировать, убрать лишний фон, почистить нашу картинку. Вот видите, у нас такая белый квадратик. Вот, разгруппировали. А дальше убираем. Убираем этот квадрат. Он нам не нужен. Ну, видим, есть некие такие артефакты, которые можем подправить, так сказать, подправить кружок черный. А можем и не делать это. Ну, отличненько вышло, как по мне. Теперь нам необходимо сохранить нашу картинку. Назовем пукан. И открываем After Effects. Создаем композицию After Effects, смотрим, что у нас 512 на 512 пикселей, проверяем, называем ее, смотрим длительность, ну, допустим, она будет 1 секунду. И также оставляем количество кадров в секунду 60. Нет, ставим 2 секунды. Далее закидываем файл иллюстратора в After Effects, и мы видим, что у нас появились артефакты. Осталась рамка, которую я не удалил. Удаляем ее в иллюстраторе. Мы даже можем спокойно редактировать файл. И как мы видим, проект сейчас обновится, и эта рамка пропадет в After Effects. Вот она уже пропала. После того, как мы закинули иллюстраторский файл, теперь его нужно превратить в shape. Можем класснуть правой кнопкой Create и Create Shapes. Все. Теперь у нас есть форма, можем удалить AI файл. Сохраняем наш проект. Можете этого не делать, но бывает, что вылетает. Далее видите, что нам необходимо как-то проанимировать наш стикер. Ну, допустим, давайте применим к нему эффект rotation, вращение. Покрутим наш стикер, ставим один ключевой кадр, ставим в начале на первом кадре, ставим ключевой кадр на последнем кадре и тянем ползунок. Нам нужно 360 градусов. Вот такой колобок вышел. Так, теперь экспортируем через плагин Body Moving Telegram, выбираем, куда сохранить, и нажимаем Render. Все, у нас готовый анимированный стикер. Сейчас загрузим его в телегу. Отличненько покатилась головушка. Смотрите, есть такой сайт, как Freepik. На нем море бесплатных векторных картинок. Заходите, пишите ключевое слово и находите куча векторных картинок, разделенных по слоям. То есть после этого вы сможете анимировать уже в векторе красивую картинку. Обязательно обратите внимание, при поиске фильтра зайдите, выберите сразу бесплатную и категорию вектор. И второй способ. Я расскажу, как проанимировать стикер из векторной картинки, в которой есть несколько слоев. Как видите, я разделил уже. Она, по-моему, была разделена на слои. Ну, то есть вы можете анимировать как группы, которые слиты в один слой. Но мне удобнее так, когда все элементы разбиты на отдельные слои. Перекидываем. Сейчас вот у нас и левый, и правый глаз на своем слое, рот, язык и кружок. Отличненько. Сохраняем наш стикер. Закидываем так же, как и в прошлый раз, в After Effects. Автоматически создается композиция. Открываем ее, проверяем, все ли в порядке. Такие ли настройки, которые нас устраивают. Все отлично. Итак, у нас есть слои, это AI-файлы,
ASLI, которые теперь нужно перевести в шейпы. И после мы их сможем проанимировать. У нас такой стикер смерть, death. Мы сейчас... Сейчас я сделаю так, что у него будут увеличиваться эти его странные зрачки, а также будет увеличиваться рот. Подредактируем композицию и переводим в shape. И далее вы уже сами можете додумать. Любую анимацию создаете. Допустим, в данном случае это будет scale анимация, увеличение, уменьшение размера. Самое важное, что вам нужно помнить, это то, что нужно создавать ключевые кадры. Первые и последние ключевые кадры должны совпадать. Также стоит помнить о важном моменте, что anchor point, то есть центр, для любого объекта, шейпа, должен находиться по центру самого шейпа. Вы можете как каждый в отдельности центрировать, так и все, выбрав все вместе шейпы и нажав команду Ctrl-Alt-Home. После этого у вас любая ваша анимация будет происходить пропорционально отцентрировано. В итоге получилась вот такая анимация. Сейчас я вкратце пробегусь по тем моментам, как она была сделана. Так, вот мы видим, у нас есть глаз, он идентичный второму глазу. Здесь я применил анимацию scale, то есть он просто увеличивается. Вот есть первый и последний кадр, не совпадает, здесь 100% scale. А на 45-м кадре, с 45 по 51, масштаб увеличен на 130%. То есть вы просто, чтобы поставить ключевой кадр, достаточно нажать здесь на ключик и установить необходимое вам значение. А это сглаженный кадр. Как вы видите, если зажать Ctrl и нажать левой кнопкой мыши, это будет обычное состояние ключа. Если нажать F9, он будет сглаженным. Вот такая анимация. То же самое давайте посмотрим на анимацию рта. Как она была сделана. Вот язык, а есть рот. И язык, он привязан к рту, то есть анимируется одновременно. Я просто взял... Вот у нас рот, вот язык. Я взял и вот так потянул и привязал к языку. Ой, к рту. И они анимируются одновременно. Если отвязать, вот мы видим, язык не будет анимироваться. Ай-яй-яй-яй. Сейчас отменим. Вот, все в порядке. Тут тоже есть первый и последний ключевой кадр. И так же самое на 45-м и 52-м стоят таким образом. Тут нажимаете, ставите ключик. Тут стоит 130, 131. Неважно, то есть 130% увеличение. Тоже сглаженные кадры. Вот по сути вся очень простая анимация. Более я ничего не добавлял. Ну вот и все. Делайте стикеры. Если хотите, пользуйтесь нашим набором. А также
присылайте в комментариях название ваших стикер-паков. Нам интересно. Нет. А теперь я отвечу на все ваши вопросы из прошлого видео. Первое. Почему у вас прозрачный стикер? Потому что когда вы добавляете картинки, гифки или какие-то эффекты, то рендер воспринимать их не будет. Обломитесь! Это невозможно. Так. Но если же вы хотите сделать стикер из гифки, то вам нужно открыть гифку в фотошопе, каждый слой сохранить как картинку и отвекторить в иллюстраторе, как это показывалось в туториале от Ильис Район. Второе. При установке плагина BodyMovin tg.zxp возникает ошибка. Installation failed because of a file operation error. Это потому, что расположение программ не должно иметь кириллицы в пути к файлу. И устанавливайте наши стикеры. А теперь все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки и пока.